Какой шикарный завтрак приготовил муж. Осталось перенести его на улицу. Вот так вот намного лучше. Хорошего дня. Кто у нас там дерево подрезает? Аккуратней секатором. Вот, котик сразу пришел. Давай, Бел, поаккуратнее, чтобы красивое облачко было. Да, из веточек. Немножко отвлеклась от ваших вопросов пробежкой и тренировкой. И смотрите еще, как я сегодня загорела. Мой муж русский, он просто до нашего еще знакомства арендовал здесь дом, и жили они тут с друзьями, ему тут очень понравилось, потом мы приехали уже сюда вместе. Все, кто живет в России, прям удивляются, что у нас какие-то ограничительные меры в связи с ковидом, но на самом деле, если почитать новости всего мира, то в разное время происходят во всех странах вспышки, поэтому в разное время карантин, у нас уже идет все на спад. Очень странный вопрос. Мы с мужем, с моим, живем с тех времен, когда Мите было 2 года или 2,5, что-то вроде этого. Сейчас Мите 11. Как вы считаете, как мой муж относится к Мите и как Мите относится к моему мужу? А вот на этот вопрос сложно ответить, потому что мы живем в Кирении. Здесь абсолютно разные ценники в зависимости от района. Также есть Фамагуста, где тоже абсолютно другие ценники. Еще куча-куча районов есть, где разные ценники. Вы опять путаете южную часть и северную. Южная открывается с 1 апреля, хотя у них больше заражений, чем у нас. У нас их в районе 40 в день, не 40 тысяч, а 40. Вот. И мы вроде тоже уже карантин у нас заканчивается, тоже должны скоро открыться. Ребят, уж поверьте, я не пытаюсь никому ничего доказать. Мне задают вопросы, я отвечаю. Спрашивают, скучаю? Нет, не скучаю. Нравится? Да, нравится. Что нравится? Отвечаю, что нравится. Вот и все. Каждому свое. Кому нравится Россия, живите там. То чувство, когда наконец-то получил посылки долгожданные, ребята. Сейчас я вам такое покажу, такое покажу. Все, что нужно девушке к пляжному сезону. Модель купальника, либо со своей любимой старой моделькой, ну ничем не хуже новых, потому что она идеально сидит, разных расцветок и выглядит супер. Начинаю показ своей любимой классики. Эту модель я заказываю каждый год. Первая у меня модель была голубая с арбузиками. Вторая модель красная. Третья вот мокка с черным. По-моему, выглядит ничего. Моделька номер 2, она для меня новая. Очень милая, просто невероятно. Выглядит, по-моему, прикольно. Согласны?
помимо красивого кимоно. Но у меня теперь есть пляжная вот такая сумочка, которая превращается оп, в пледик. И можно помыл вчера машину, была мыльная буря, потом дождь и ветер. Вчера вечером она была идеальной. Представляете? По цвету бассейна видно, что это просто катастрофа. Он был голубо-прозрачный всегда. Сейчас он мутно какой-то. Да, подно вчера было чистым, если вы хотите знать. Короче, ужас, ребята, ужас, посмотрите. Как это возможно? Хорошо, что эти старые выбрасывают.